Наследие международной выставки форума «Россия» будет сохранено в Национальном центре «Россия». Об этом сказал президент Владимир Путин на встрече с организаторами и сотрудниками выставки. В центре на постоянной основе будут демонстрироваться экспозиции современных достижений нашей страны во всех сферах. Также в нем будет проводиться работа по мотивации детей и молодежи осваивать новые профессии. Кроме того, Национальный центр будет помогать создавать филиалы в регионах страны.